От гражданских инициатив до частных просьб к депутату Государственной Думы Константину Затулину обращаются по разным вопросам. Одни требуют тщательной проработки, другие – решения здесь и сейчас. Семья Негодаевых с 1984 года стоит в очереди на жилье, но сегодня получение заветных квадратных метров под сомнением. Мы обратились в частности со своей проблемой, потому что не могли получить документа, подтверждающего, что мы до сих пор находимся в очереди. И это нас, естественно, встревожило. Новоселье откладывалось и по другой причине. Семья должна получить жилье на улице Искра в Кудепсте. Александр Негодаев, пенсионер МВД, но сроки сдачи в эксплуатацию ведомственного дома постоянно затягивались. Тогда к решению проблемы подключился Константин Затулин. Мне пришлось обращаться по этому поводу и письменно, и устно к министру внутренних дел. Дал мне обещание этим заняться. Вот сегодня я получаю известие, что действительно движение происходит, что как бы проблема, она сдвинулась с мертвой точки, хотя она еще не решена, но людей вызывают и как бы им показывают квартиры. Будет добиваться депутат, чтобы долгожданную квартиру показали и в конечном счете предоставили семье Негодаевых. Обсудил с гражданами Константин Затулин и другие вопросы, в частности, дальнейшее развитие территорий в умеретинской низменности, получение российского гражданства, переселение из аварийного и ветхого жилья.